фабрика Танинказа, изначально больше известная как производитель столов и стульев, развивает полную коллекцию, то есть предлагает также решения и для спален, и для гостиных, и мягкую мебель, и даже светильники. Здесь на стенде представлены только новинки, которые появились в этом году. Обращайте на себя внимание, конечно, уже ставший популярный комод с кожаной отделкой, с прострочкой, очень интересное зеркало с рамой из стеклянного макраме, точно такие же, кстати говоря, и светильники, новая коллекция мягкой мебели и очень симпатичные витринки, подвесные витринки, которые можно разместить какие-то ценные предметы.